Ну что, вот наш принц. Дела у нас очень плохие. То есть, если в первый день ты не видишь, мой хороший, да, носом смотришь, ищешь. Жалко мальчишку. То есть, нужно срочно решать вопрос с перегонкой, нужно делать срочное МРТ, все эти пункции и так далее и тому подобное. То есть у него, по-видимому, боль очень сильная. После наркоза полегче было. Вот он первый день ел, второй день уже отошел наркоз, курицу съел. Второй день вообще ничего не ест. Да, мой хороший, ищешь. Нужно срочно меры принимать. На обезболивающих он долго, он даже не ходит. Вот он первый день ходил, там из комнаты в комнату перебирался. Сейчас вот он просто на месте лежит. Да, мой хороший, да, мой сладкий. Ты красавчик, ты очень красивый, лев. Да, ты очень красивый. Вот он.